Всем привет, дорогие друзья! Большой вам всем привет из Мокрого! Будьте все здоровы и счастливы! Я, в общем, что хочу вам показать. У меня сейчас вот идет подготовка, да, к празднику. Хотя для меня это так назвать. Условное обозначение этого. Это совсем не праздник, в общем-то. Праздник в том, что соберутся все друзья, вот. А для меня это как-то не праздник, не веселый праздник. Ладно, это все мелочи. Так, что у меня? Делаю блины. Вот замесила тесто, не замесила, а заколотила. Он заколотил тесто для блинов. Будут блины на сладкий стол в сливочно-сметанной заливке. Вот. Ну, все я вам показать не могу, всю подготовку. Поэтому вот так вот как-то вот частями пожарю блины, творогом с ванилинчиком и с яйцом намажу, закатаю, потом их в этот, на противень и залью, полью вот так вот маслицем растопленным и залью сливками. Вот, будет очень вкусно. Будет очень вкусно, да, поверьте. Вот, ну и будет торт, будет пани Валевская, будет рулет меренговый, и может быть, если успею, сделаю еще шоколадный тортик, ну, чтобы сладкого было, вот, чтобы наелись, а то вдруг уйдут голодными гости мои. Так, в общем, все, жарю блины. Сейчас пообещали приехать ребята, Леша с Наташей. Там Леша с моим Лешиком переобуют нашу машинку. Вот, вдвоем. Там просто переставить колеса. Вот, а мы с Наташей тут чайку попьем, полялякаем, чайку пошвыркаем, да? И с блинами. Не, ну потом и Лёши к нам присоединятся. Вот, так что вот так вот. Пока так. Что будет дальше, потом расскажу, покажу. Главное готовить. Лёшик там дом ремонтирует. Там надо забить, дощечку прибить, где вот соединяется наша новая пристройка с домом. Надо забить дощечку. Да. Все, погнала я жарить блины. Вот такое вот. Не сказала вам еще. Тесто для блинов. Тесто для блинов делаю на молоке. Молоко, яйца, чуть сахарку, чуть соли. И мука. Все, вот так вот. Никаких там кипятков, ничего. Так, как меня научила мама, так я и делаю блины. Нормальные блины получаются. Блины не бывают невкусные, правда? Да. Все, погнала. Много разговариваю. Села, сидит над миской и думает, есть или не есть, потому что уже нахваталось всего. Да? То мама даст, то это мама даст. Да? Ну, все ясно. Давай-давай, лопай. Давай. Ну, что ты сидишь, думаешь? А? У меня тут блины жарятся. Что ты думаешь там? Не-не-не, я тебе больше ничего давать не буду. Лилюшка в подушках. А я полез наверх. Ты полез наверх? Ну, тепловато. Утеплитель заложил. А ты снял там что? Что ты сделал? Ну, потом. Потом? Лёшик там занимается делами. Угу. Вот так нехотя.
Она всегда так кушает. Вот так сидит перед миской и вот так вот сидя лопает. Доброе утро всем, ребята, девчата. Я еще не здоровался с вами. Вот я. Не бритый, правда, но ничего страшного. Что-то у нас потихонечку капает сверху. Ну, я имею в виду снег. Обещали же снегопад, там написано. Вон, чуть-чуть поработал я сегодня. Закрыл я досточку. Досточки не было. Ох, а то меня все плеш проели. Решил попилить немножко. Ну что, нормально. На солнце она такая же будет, как и эти. Все. Враг не пройдет. Тишина такая полная. Вот что интересно. Я не знаю, мужчин что ли такое вот. Я, например, не люблю что-то делать, когда тишина полная. Ну, не знаю почему. Как кто-то начинает что-то делать, и я тоже и дома так же. Смотрю, кто-то застучал, я пошел. Кончил стучать, и я прекратил. Не знаю почему, не хочется тишину нарушать. Сейчас он играла музыка, я вышел, стал пилить. И смотрю, тоже запилили. Не один я, оказывается. Музыка кончилась, и сейчас и все пилить кончили. Вот такие мы, ребята. Интересные. Что-то там еще играет. А пилить кончили. Что-то тоже попилили немножко, и все. Ладно, пойдем дальше. Еще две дырки закрывать надо. А то же не отлезут от меня. И опять на гвоздь попал. Только цепь купил новую, опять на гвоздь попал. Где-то она тут еще две дырки видела. А, вот дырочка. И вот. Надо что-то тут пришпандорить. Ну, сделаем. Или одну большую доску сюда вот сейчас вколочу, чтобы не приставали. Ладно, пойдем дальше. Блины, ребята, блины. Лёшек, покажи. Блины. Блины с творогом. Ух ты. С творогом и будут сливочно этой сметанной заливки. Вот. Вот. Такие вот. Обожаю такие блины. Они такие вкусные, они такие прям тают вот во рту. Вот так ложечкой чайной просто берешь, как тортик такой, знаете, сочный такой, воздушный. И ням-ням-ням. Ну просто, ну да, это очень вкусно. Попробуем. Просто, да. Вот так. Лёшечек там что-то на улице вытворял. А я уже показал. А ты показал уже? Да. Молодец. Так. Вот блины. Тут поставила молоко. А у меня нет крахмала. Молоко на заварной крем. Нет крахмала, попросила Наташа, сейчас ребята к нам приедут, попросила Наташу купить крахмал. Вот Наташа привезет, тогда сварю этот крем.
крем заварной для торта, потому что надо, чтобы он остыл. Вот. В первую очередь надо сварить крем, а потом уже коржи. Так. Такие блинчики. Ням-ням-ням. Так, надо посчитать, сколько их будет, чтобы всем хватило. Да, я думаю, что хватит, потому что будет и торт, и рулет, и блины. Сколько там в ряду? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30 штук. На 9 человек. Хватит? Хватит. Лёшек так довольна. С таким этим ухмылочкой мне тоже останется. Да, Лёшек? Хватит, да. Да я вижу, что ты машешь. Я вижу, что ты машешь. Все, Лешек машет. Все, все. Ладно, хватит. Все. Девочки мои, девочки. Значит, делаю тортик. Тортик называется «Пани Валевская». В интернете полным-полно рецептов. Я оставлю рецептик под видео. Все равно. Ну, вот так вот, только поверхностно покажу. Так, у меня здесь яйца кипят со страшной силой. Значит, здесь у меня сливочное масло мягкое и мука. Мой помощник разбил его вот так, перепотрошил все, смешал, все классно. Так, теперь добавляем яйца, не яйца, а желтки, взбитые с сахаром. 4 желтка, взбитые с сахаром. Вот так. Сюда. Так, что мы сюда еще добавим? Мука, масло, желтки, сахар, ванилин и разрыхлитель. Так, разрыхлитель. Готовим разрыхлитель. Чайная ложечка соды. Вот так вот. И граммочка лимонной кислоты. Все перемешиваем, получаем разрыхлитель. Все. Сюда. Так, все это убираем. Убираем. Все, ванилин, ванилин. Ничего не приготовила, все на ходу, потому что, ну, вот так вот, знаете, готовить вот это все, расставлять по тарелочкам, это все время, это все, ну... Прошу понять и простить. Так. Все. Замешиваем тесто. Он замешивает тесто. Моя ты красота. В муке весь. Работник мой. Вперед. Без морок, без хлопот. Ирочка, спасибо, дорогая. Спасибо за такой подарок. Вот, сам все сделал. Замесил вот такое вот тесто. Так, что нам дальше надо сделать? Будем выпекать, да? Так, пока положу сюда. Это убрать. Один большой корж, а потом мы его разрежем вот так напополам.
Все, готово. Раскатала. Отправляем в духовку на 10-12 минут. Ну, смотрите, 10-15, может быть, у вас... В общем, чтоб испекся. Я вам дала приблизительные наводки. 180 градусов, 10-15 минут. Не, 15 будет много, 10-12, наверное. Вперед в духовочку. Кожик печется. Мы варим крем, заварной крем. 2 яйца. Два яйца. 40 граммов сахара. Так, 40 граммов сахара. Раз, два, три. Приблизительно так. Ну, чуть больше получается. Ну, ничего, пускай. Так, ванилинчик. Этот кремик же не может быть без ванилинчика, правда? Или потом... Не, я его лучше потом в сыром виде положу, не буду варить. Все, сбиваем миксером. Или... Не, наверное, не миксером. Миксером не буду. Просто этой... Вот так. Нам надо его просто... как... Соднородить. Поняли, да? Все нормальненько. Нормальненько. Так, это потом сюда. Молочко. Так, 400 граммов молока. 2 яйца, 40 граммов сахара. И 40 граммов крахмала. Ну, крахмал мы подождем. Все, ребята, 12 минут в общей сложности. Так вот. Все, пускай остывает наш коржик. У нас уже вечер. У меня была такая передышка на обед, потому что приезжали ребята, помогли Лешику, Сережа с Лешей, помогли Лешику переобуться. Вот, а мы с Наташей, Света не приехала, Света на работе. А мы с Наташей тут посидели, чайку попили, поболтали, полялякали. Вот, ну, потом и ребята к нам присоединились. В общем, как-то так. Так. Что теперь? В общем, коржи у меня готовы. Испекла все. Торт Пани Валевская. Корж у меня вот такой вот уже испеченный. Испеченный. Сейчас нам надо сделать меренгу для него. Делаем? Да? 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 Значит, здесь у меня 4 белка. Что это было? Это у нас погас свет. Это у нас погас свет. Погас, выключился. Вот уже второй раз за день. Ладно. Так, сахарная пудра. Белки, сахарная пудра. Взбиваем. Я тут пока там взбивалась, видели, да, я перемазала корж смородиновым вареньем, перебила
орехи, грецких орехов у меня нет, есть кешью, перебила кешью. Все, намазываем, покрываем меренгой наш вот этот вот. В общем, все. Тортик в духовке. Видели, да? Корж, смородиновое варенье, меренга и орехи. Орехи я перебила прям в крошку, потому что, ну, Лешек такие орехи не ест. Вот, кусочками. Еще осталось. Так вот, все. На 30-35 минут при 150 градусах. Полчаса. Все, ждем. Торт не сладкий. Здесь всего 40 граммов сахара. Торт. Крем. Крем, ребята, не сладкий. Чуть-чуть такая вот легкая сладость такая, вот знаете, ну, 40 граммов сахара всего здесь вот. Все, сейчас будет готов корж, мне надо будет его остудить, вынесу туда, а потом посмотрим, что будем делать, да? Ну вот где-то так-то. Теперь выкладываем сюда вот этот крем. Прям вот этот весь крем одним пластом. Он такой воздушный. Такой прям... Красиво. Этот торт знаешь, как называется, Лешек? Ясный пуль. Как? Венский как-то там. Не, пани Валевская. А, ну пани, ну, Невская Валевская. Невская Валевская. Да. Пани Валевская. Все, ребята, этот торт готов. Видите, как просто делается? Все, сверху он уже посыпан орешками, все, вот. Все. А вкусно, вы себе не представляете, как. Так. Сейчас закину пленочкой его. И на веранду.
королевская. Ну давай я помою, посмотрю. Давай, Марюшек. А что ты уже вся никакая? Ну ничего. Прям одним больше, одним меньше. Да вот, надо. Ой, завтра мне тут. Чего завтра? Завтра мне целый день горячий. Да, завтра у тебя много дел. Я не знаю, кладовку его поставить, наверное. Там тоже прохладненько. Да? На банке поставил. Уходи, Лешик, уходи, 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 давай. Давай, 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 давай. Уходи.